Сегодня 15 июня. Вот так выглядит наша чечевица. То есть чечевицу мы сожгли гермесом. А бурьян как рос. Чечевицу сожгли, а бурьян остался. Понятно, что он зашел потом. Но при всем при этом. Вот такая печальная картинка. Не знаю, будет ли цвести. Тут местами она цветет. Чечевичка. В общем, думаю, ничего хорошего здесь нет и не будет уже. Подождем в любом случае, уже деваться некуда. Будем ждать до конца. Что-то скосим. Что-то уберем, может, хотя бы на семена. В общем, может, уберем столько, сколько посеяли. Один к одному. Поглядим. Так, где не сильно припалено, так вроде ничего, но... Отстает сильно она, конечно, в росте от той чечевицы, на которую не попал гербицид совсем. В общем, чечевица, как любая бобовая, надо очень аккуратно с гербицидом. Потому что получаем вот такую картинку. Дурнишник есть, падалица подсолнечника есть, а чечевицы нет.